В центре показа авиатехники поселка Новый Городок прошел ежегодный областной фестиваль единоборств в памяти героя Российской Федерации Игоря Ткаченко. Данный фестиваль, он несет такой ежегодный характер. Мы его проводим официально с 2013 года. За все это время через фестиваль прошло более 2000 спортсменов. На этот фестиваль принято приглашать новичков, либо спортсменов без результатов. То есть для многих этот фестиваль является стартом в их спортивной карьере. За первенство в этом году боролись спортсмены из Московской и соседних областей от 12 лет и старше. На татами выходили и юниоры, и взрослые. Соревновались каждый в своей категории. Кёкусинкай требует всесторонней подготовки, поскольку это одна из самых сложных и при этом травмоопасных разновидностей карате. Перед выступлениями каждый из участников проходил медицинскую проверку, а на схватке каратисты надевали дополнительные средства защиты. Поединки захватывали дух. Поддержать спортсменов приехали одинцовские единороссы. Сегодня по статистике мы знаем, что дети занимаются и вовлечены в спорт практически 80%. К сожалению, с течением времени выбывают категории населения, которые активно занимаются спортом. Поэтому наша задача, чтобы у нас 100% наших детей занимались спортом и продолжали заниматься им долгие-долгие годы. После соревнований состоялась торжественная церемония награждения. Победителей было много. Медали, дипломы и кубки вручал президент Московской областной федерации кёкусинкай карате Василий Богушев. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».